Здравствуйте, дорогие друзья, подписчики и гости моего канала. Меня зовут Яна. Хочу немножечко показать цветочков, чтобы поднялось настроение и ваше, и мое. То погода у нас вообще непонятная какая. То я видела, снег у людей до сих пор идет. То холодно, сегодня гроза была. Вот такая очаровательная, красивая орхидея у меня. Осталось ей у меня быть недолго. Она уже уедет к другой хозяйке. Чем-то цветом, скорее всего, похожа на каменную розу. Но растение абсолютно другое. К сожалению, название я не помню. Вот эта вот бабочка. Марина хочет ее себе. Маришка, она ароматная. Она вот где-то к обеду очень-очень вкусно ароматит. Смотри, какая. Цветочков у нее немного, но на каждой веточке по чуть-чуть, и получается такой букет симпатичный. Красивый цветок. Цветет Legata pylorica. Моя любимая красавица, которая только-только недавно ко мне приехала. Ах, очень красивая орхидея. Я все мечтала бабочку раздобыть и пилорика. Растет у нее стремительно деть. Она уже большая, практически самостоятельная. Чуть позже гляну по корням, как она там. Ах, красота! Распустилась вот такая вот бабочка. Это из недавних заказов моих подростков. Распустилась тютелька в тютелька по сорту. У нее там бутоны были, они отсохли. Так было бы их гораздо больше. Вот. Пока что всего три. Но цветонос, я так понимаю, останавливаться не собирается. Смотрите, какая красота. Где бы найти такую в обычном магазине, правда? А нет, не найдем. Только в сортовых привозах. Хотя иногда проскакивают очень интересные, красивые экземпляры и пилориков, и бабочек в обычном супермаркете. Так, вот такое у нее имя. Я боялась, что она зацветет не бабочкой. У кого-то я видела процветение бабочками. Но, слава богу, хоть здесь мне повезло. Потому что я боялась расстроиться. Хочу обязательно посмотреть, еще у меня сказка выдала цветонос. Уже формирует бутоны. Обязательно. Надо мне ей тоже полюбоваться первым цветением. Очень хочется. Хотя я уже планирую ее продавать. Но решила, пока не зацветет, продавать не буду. Вот это вот огромная бабочка, которую я недавно пересаживала, потихонечку отцветает. Два цветочка у нее уже отцвело. Остался один. Это вот этот вот слоник, которого я недавно пересаживала. Немножечко теряет свою розовинку. Но все равно красавица. Тут у меня разные детеныши растут. Вот это вот бронзовая Будда. Тоже еще держит несколько цветочков. То ли три, то ли четыре цветоноса у нее, я уже и не помню. Тоже изысканный красавец. Фаленопсис. Губа неоновая, очень красивый. Тут у меня детка. Бабочки, забыла, как она называется, такая красивая розовая полосатая, крупная. Завалились мои катасетумы, цикнодесы. На старых бульбах, смотрите, какие росты выдали, и прямо вот они заваливаются к окну, к солнцу, растут. Надо их подвязывать
формировать нормально. Вот детеныши стоят у меня здесь. Это каида, вот это вот, а это атром бабочка. Вот у этого красавца только один бутон остался. И все. Один красивый, большой, яркий бутон. Также завязалась у меня семенная коробочка на большом каскадном крупноцветковом биглипе. Мама у нас крупный белый биглип. А папа у нас, сейчас покажу. Вот наш папа. Узнали красоту? Будет что-то интересное по семенам, по цветению, когда вырастет. Также, дорогие друзья, пришло время вам рассказать о родителях данной семенной коробочки. Я держала в секрете имя папы. Мама у нас бабочка Golden Dawn. Очень очаровательный, красивый цветок. Вот так интересно зреет у нее семенная коробочка. Она свои лепесточки и ни туда не затягивает, и не знаю, как-то вот так получается. Но растет, растет уже давно. Уже даже довольно скоро должна созреть. Вот хочу открыть вам секрет, кто же все-таки у нас папа. А папа у нас вот кто. Бронзовый Будда. Представляете, какая будет красота? Как интересно будет смотреть и наблюдать за ростом этих малышей. И представлять себе их цветение первое. Как, ну вот кто будет? Бабочка с оттенками Будды? Или Будда с пилоричностью? Что-то будет интересное. Но поскольку опылена именно бабочка, значит, должна быть, по идее, больше 50% мутация бабочки. Вот. Так что будет кто-то очень-очень интересный. Можно даже придумать название уже этим семенам, которые пока что только еще зреют. После того, как они созреют, их надо будет высеять в питательную среду. Вот, дождаться их всходов, роста в питательной среде. Потом высадить их нужно будет в мох и растить. Да, это очень долгий годовой процесс, несколько лет, там в районе 5 лет даже. Но все равно я готова ждать, вот, потому что очень-очень интересно это все и заманчиво. Имя, я думала имя придумать, а потом решила, почему бы не назвать ее просто как меня зовут. Яна, орхидея Яна. Здесь же у нас и Карина, и Катрина, да, и Ола, и кот. Почему бы не назвать орхидею Яну? Сама ж придумала. Вот так вот у меня иногда бывает, друзья. Чудеса происходят в моей голове. Растит еще она детку. Это вот бабочка. Вот это сказка моя с цветоносом. Жду. Скоро порадует. Вы, возможно, спросите меня, почему Яна, а не как-то по-другому. Ну, потому что это мое творение, это я придумала. Почему бы и нет? Также у меня в планах, если все получится, дать возможность многим-многим орхоманам, орхолюбителям, пилориков, легата обрести свою красоту, пускай через 5 лет. Вот. Я хочу опылить каиду, каиду и опылить пилорик легата. Я думаю, если завяжется семенная коробочка и все пройдет удачно, у многих из нас с вами будет возможность приобрести себе через какие-то там годы действительно пилорика легата, а не какую-нибудь там
фальшивку, подменку, которую выдают некоторые люди за оригинальное растение. Вот, только осталось найти умелые ручки, которые будут засеивать правильно эти сеянцы после того, как что-то там завяжется когда-нибудь. Если завяжется, это еще вопрос. Вот. Чтоб человек грамотный посадил семена в питательную среду. Но почему нет? Если мы научились сами опылять в домашних условиях растения, если мы сами научились их высеивать в питательную среду, готовить эту питательную среду, почему бы не дать возможность многим любителям пилориков, других красивых орхидей, которых практически сейчас нет нигде в продаже, либо они по баснословно огромным деньгам продаются. Почему бы не дать возможность, второй шанс такому цветку еще раз возродиться, скажем так. Вот такие у меня фантазии, вот такие у меня новости. Это, похоже, весна на меня действует. Всем хорошего настроения. Подписывайтесь на мой канал, пишите комментарии. Как вы думаете, получится ли завязать семенную коробочку с легато и с каидой? Каждую саму на себя. И как вы думаете, кем же все-таки будет семенная коробочка? Какой будет цветок? Пофантазируйте. Бронзовый Будда на бабочку. Golden Dawn. Все, всех люблю, целую. Отключаю фантазии. Ставьте лайки. Пока-пока.